Конкурс проходил уже 23-й раз. В Вергийском районе стала традицией проведения праздника искусства, который объединяет талантливую молодежь. Он продолжался 2 дня. Более 22 одаренных молодых людей в возрасте от 17 до 29 лет выступали по 2 направлениям. Цель проведения мероприятия – повышение творческого потенциала молодежи, популяризация традиций и истории нашего народа. Мы заметили, что по сравнению с предыдущими годами уровень подготовки участников все выше и выше. На наш взгляд, этот конкурс нашел свое признание у молодежи, и мы этому очень рады. В конкурсе приняли участие более 20 талантливых исполнителей. В жанре традиционной песни они исполнили отрывки из Терме, а в жанре эстрадной песни музыканты исполнили патриотические песни отечественных композиторов. В этом году конкурс зажег звезды новых юных талантов. Қазаққа темірбек жүргендей, ұзақбай құлымбеттей. На этой земле родились такие значимые личности, как Темирбек, Жургенов, Узакбай, Кулымбетов, Алим, Алмат, удививший весь мир звучанием скрипки. И то, что на Иргизской земле проходит такого масштаба конкурс, это большая честь и праздник для нас. Малика Алдамжарова – одна из самых молодых участников конкурса, ей 18 лет. Она исполнила отрывок из Терме Жирау. Жюри высоко оценило мастерство кызылординской участницы и признало ее лучшей. Терме деген жалпы, Терме играет важную роль в истории казахского народа. Терме исполняют с помощью национального инструмента домбра. К сожалению, в настоящее время очень мало молодых исполнителей терме. В свою очередь, я очень рада, что участвую в этом республиканском конкурсе. А в жанре эстрадной песни гран-при завоевал хабдинец Абжан Нуржан. Кроме того, обладатели 3 призовых мест получили благодарственные письма и денежные призы. Также конкурсантам были вручены приз зрительских симпатий и поощрительные призы. Владимир Федотов, Галымжан Арынов, телеканал Актобе.